Всем привет! Хочу представить вам проект Real, который пошатнул российское сообщество своими игровыми серверами еще со времен популярности игры Battlefield 3 и Battlefield 4. Real представляет новый сервер с индивидуальными модами и справедливым составом администрации, который не продает лут, випки и поможет разобраться в проблемах, связанных с игровым процессором. Вы сможете комфортно играть как в соло, так и кланом и не испытывать трудностей с лутом или постройкой базы. Да, кстати, на сервере существует Raid Bus, который займет, конечно, некоторое время. На сервере присутствуют две сейф-зоны. Первая находится в Кумырне, вторая в Мышкино. Зайти на сервер можно как через Steam-овский лаунчер, так и через Days лаунчер. Все для PvP-сражения. Большое количество сбалансированного лута, клановые разборки и вайп каждый месяц, кроме денег, которые вы можете положить в банк. И многое другое ждет вас на сервере. Ссылка в описании под видео. Впереди, блять, вон он. Лула, чё это он убежал? Он спалил меня? Как он выжил, только не пойму. Пизда мне. Ух, ебать, блядь. Блядь, еще был один, я же знал. Я не понимаю, где народ здесь ходит. Вот один чувак где-то там был. Одного я убил, и все, блядь. И все? Это здесь народ? Или все еще строят базы, блядь? Опа. Сейчас будет здесь дроп, короче. Пойдем, пропалим его. По-любому еще кто-нибудь пойдет его лутать. Покемпим. Что-то ни дропа, ни, блядь, ни... Кого не видно, ни хрена. Я вообще не понимаю, где народ бегает. А, вон он побежал. Это кипарь. А, не, ну как? Да, да, кипарь. Зомби здесь спокойно ходит. Значит, он сюда не забегал. Значит, он либо... Хуй знает, куда он либо мог съебаться. Дроп летит.
Короче, он сейчас по-любому не капа бежит на дроп. Я не понимаю, где он стреляет что-то. Стреляет как будто в какой-то двушке, что ли. А, вон он выбежал, вон бежит, бежит, бежит. Блять, по нему начали уже гасить. Минус один. Минус два. Отходим нахер. Надо что-то прочекать. Вот почему работает. Два тела минимум. Вот он слева, кто расстрелял. Понятно. Дерево все в себя поглотило. Похуй, рискнем. Я знаю, что сейчас с любой стороны может мне прилететь. Но мало ли прокатит. Ну, я так и думаю. Отходим. Блять, как же он не вовремя вообще просто. Такой тайминг словить, просто пиздец. Дайте мне отхилиться, ёбаный в рот. Что-то я только один не понимаю, где они стреляются. Где-то справа. Меняем позицию. Второго я лоханулся. Блять, я еще думал выждать момент. Блять, как всегда, все через жопу, блять. Не понял, со второго выстрела убил, нет? Хуй знает, короче. Будем думать, что нет. Да, вон труп валяется, ага, минус.
Вот если они сейчас вот этот штаб займут, то мне надо идти в среднюю. Хуй знает, убил, не убил. Попался, точно попал. Быстро вычислили. Двое там. Надо делать огромный круг, короче, за 10 минут я успею. Сейчас, ебать. Да, так. Они на кого-то вылетели. Пробу. Блять, там уже все открыто, вы что, прикалываетесь? Пизда, тайминг. Сори, бро, ничего личного. Я не понял, я его не убил, что ли? Нет, убил, он валяется. Получается, я двоих вот этих убил, еще там третий сидит, походу. Ах ты ж ёпте. Я что-то думал, там турист, а туриста я походу положил. Их трое, значит, было.